Сегодня проводили в последний путь Абильсейта Айханова. Прощание со спортсменом прошло в Алматы во дворце имени Балуана Шулака. Легендарный борец международного класса умер в 78 лет. В 60-е годы ему не было равных в вольной борьбе. В 68-м Абильсейт Айханов был награжден орденом «Знак почета». Во дворце спорта собрались его друзья, близкие и коллеги-спортсмены. Аким Алматы Бауржан Байбек зачитал слова соболезнования президента Казахстана. Во время траурной церемонии были предложения дать имя спортсмена улице или школе, а также увековечить память Айханова, установив ему постамент. Он воспитал очень много молодых людей, у него много последователей, и мы видим, что его труд прошел не зря. Сегодня его воспитанники достигают больших высот во благо страны. Это заслуга Абильсейта Айханова. Пусть покоится с миром.